Быть убитым в 19 лет несправедливо и страшно. Почти мальчишка, чей-то сын, чей-то друг, простой солдат, каких миллионы. Мир продолжил бы жить без него, у мира обычно так много дел. В кровавом месиве боев безжалостного 41-го года молодой боец был тяжело ранен под Одессой. Он мог уйти, как многие погибали в войну, юные и не очень. Недолюбив, недосказав, недоделав, он мог прорасти в планету корнями, ветками кроны, баюкая звезды. Он мог стать скрипкой или корабельной мачтой, но он – другое дерево. Ты хочешь, чтобы я был, как ель зеленый? Всегда зеленый и зимой, и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибкий, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться? Но я – другое дерево. Он выжил и стал поэтом. Этому человеку всегда везло. Для начала освободился от присыпавшей тела земли. Однополчане похоронили его, посчитав погибшим. И отправился искать шлюпку. Нашел, вышел в море. Был встречен своими, его подобрал катер. Он продолжил жить дальше. Для чего? Для всего. Может быть, в том числе для того, чтобы его стихотворный сборник таскали с собой в вещмешках солдаты совсем уже другой войны. Афганской. Григорий Поженян родился в Харькове в 1922-м. Родной улицей для будущего героя стала в Харькове улица Мордвиновская. Теперь это переулок Кравцова, недалеко от Рыморской, где планетарий. Сейчас район стареет, потихоньку перестраивается, дома ветшают, скоро не останется и этих. К сожалению, не удалось узнать точный адрес, где родился наш знаменитый земляк. Но, возможно, его дом был похож на этот. По словам Григория Поженяна, дом раньше был самым обычным. В те годы там жили в основном сапожники и рабочие фабрики имени Тинякова. Люди, озабоченные делами и множеством детей, все знали всех, делились всем. В школу ходил, то, что поблизости украинскую, номер 6, на Рыморской, в 10 минутах, неспешным шагом от дома. Особой популярностью среди мужского населения школы пользовался тир, обустроенный неподалеку. По воспоминаниям Григория Михайловича, он и его друзья, как и другие мальчишки довоенного Харькова, играли в казака-разбойника, стеночку, орла и решку. Прыгали кто дальше с крыш сараев. Вечно проверяли, кто сильнее, вызывая друг друга драться на равных до первой крови. Осенними вечерами младшая детвора под руководством старшеклассников усаживалась на трубах под крольчатником и по очереди в крайне вольном изложении пересказывали Грина или Станюковича. В 12 лет, чтобы не уступать сверстникам-верзилам, он, маленький и щуплый, начал заниматься боксом. До этого в семье главным воспитателем и лучшим другом Григория Поженяна была бабушка. За упорными тренировками двор отошел на второй план, и этот факт был одобрен отцом. Отношения старшего Поженяна с сыном были просты и полны мужской солидарности. За признание – никакого наказания. С отцом и матерью юный Григорий Поженян виделся редко. Мать работала врачом, занималась также наукой на кафедре Института экспериментальной медицины профессора Синельникова. И дома появлялась поздним вечером. С самые метельные вечера ходила на вызовы знакомых и незнакомых людей. Отец Михаил Поженян строил Харьковский тракторный завод и был одним из первых его директоров. Затем возглавлял НИИ сооружений, но в конце концов угодил под каток репрессий. Отца арестовали в беспросветно зловещем 37-м. Из дома семью Поженян выселили, ни кола, ни двора. Матери с бабушкой трудно было управляться с взрослеющим Гришенькой, и они вздохнули свободнее, когда парень в 1939 году попал на срочную службу. Из 10 класса Б, в котором учился Григорий Поженян, с войны не вернулся кроме него никто. В Харькове, как мы знаем, моря нет.
Но у нашего города, безусловно, есть морской характер. Мы гордимся бывшими военными моряками, героями Великой Отечественной войны. А сухопутное расположение города никогда не мешало романтичным харьковчанам выбирать море своей профессией. Морская специальность пришлась по душе Григорию Михайловичу Поженяну. Морской офицер Поженян был представлен в годы войны к званию Героя Советского Союза, а в мирное время стал известным поэтом. Но когда нашего земляка спрашивали, какая тема в его творчестве ему особенно близка, замечательный харьковчанин с морской душой отвечал: «Море». Всегда мне снится море. Всегда я хочу поехать к морю. Мне хочется плавать на кораблях, на которых я плавал и обошел почти весь мир. Но кроме моря, я больше всего на свете люблю стихи. Прозвище «Уголек» дали юному краснофлотцу Григору, как он любил себя называть, в диверсионном отряде в Одессе. В первый же день войны на боевом корабле «Молотов» выстроили моряков и спросили, кто пойдет в добровольцы-диверсанты. И не было сомнений, что всегда лезущий на рожон заводила «Уголек» первым шагнет из строя. В бою под Одессой Поженян был тяжело ранен. Семье командование отправило похоронку. Многие годы после войны на доме номер 27 на улице Пастера в Одессе висела мемориальная табличка с именами погибших солдат. Была на ней и фамилия Поженяна. Он закончил войну самым молодым капитаном третьего ранга. В 22,5 года был награжден орденами и медалями. За 5 лет войны бесчисленное количество боевых операций, потеря друзей, 2 ранения, контузия. Послевоенная Москва сияла улыбками девушек, звенела трамваями, кружила кольцами новых дорог, восстанавливалась и отстраивалась новыми кварталами. Литературный институт имени Горького в Москве Григорий Поженян смог закончить только с 3-го раза. Его 2 раза выгоняли, несмотря на фронтовые награды. Во времена, когда предательство было нормой, он бросался на защиту учителей и друзей. У Поженяна всегда было повышенное чувство справедливости. Защищая свою крутизну, не печальтесь, что губы разбиты. Ни погонщику и ни слону, как слоны, не прощайте обиды. Шрам претерпится, боль отболит, как бы ни были поводы жесткие, никому не прощайте обид. Защищайте свои перекрестки. Стихи Григория Поженяна в конце 50-х стали узнаваемы. К нему пришла настоящая слава. Выходили книги, по его сценариям снимались фильмы. Ночь была с ливнями, и трава в росе. Про меня счастливая говорили все. И сама я верила, вопреки, мы с тобой два берега у одной реки. О фантастической жизни поэта можно рассказывать бесконечно. Он жил неравнодушно, страстно, как говорят, на всю катушку. Умер Григорий Поженян в Москве. Но осталась его поэзия и стала теми корнями, которые питают дерево жизни, дерево новых стихов и новых песен. Звезды не умирают, звезды еще вернутся, весенние или зимние, туманные или ясные, все звезды небесные синие, все звезды земные красные.